не так-то просто. Ага, лом. Хуяк, подбираю. Э, слышь? Мне этот чувак запиздел, поэтому я... Спасибо, чувак, ты меня разжил на лом. Ну что, я вообще уже все забыл, мы не заходили сюда миллион лет. Ой, я въебал чего-то. Да, на Q тоже нажал, да? Да, это ценное было или не особо? Ну, довольно ценное. Но я тоже нажал, так что нормально. Я разъебу его сейчас. Сзади. Ты должен меня прикрывать. Да я делаю это. Я направо, ты налево. Только сзади. Блять. Ты меня отправил налево, потому что ты знал, что тут никого нет. Чтобы забрать весь лут. А сейчас будет говно. А мы тут были раньше, разве? Не знаю. Мне кажется, да. Нет. Такое говно мы бы запомнили. Да, такое бы запомнили. Его слабое место — это вот это вот его светящаяся ебала, короче. Увертывайся. Я отвлекаю. Ты стреляешь? Аккуратно. Я бью. Зачем мне стрелять, когда я бью? О, господи. Мне было честью сражаться с тобой. Слушай, надо оказываться в таких местах, где колонны, Костян. Видишь, видишь? Он сам их тоже, кстати, сбивает. Блять, гниль. Ёбаная гниль. Мы выработали тактику, нужно ее придерживаться. Подожди, Ирин. Блять. Слушай, сейчас мы пыль ярости засадим. Выпьем эту всю дичь. Короче, черную выпьем, красную, пыль ярости. И мы просто его... И сдохнем там, прям у двери этих. У меня кровотечение, бинтуюсь. Бью его в спину. Загрел, он на меня идет. Вернулся на исходное. Иду к тебе на исходное. Не могу, блин, не могу спуститься к тебе на исходное. Тоха, где ты? Можешь наверх сюда подняться? Блять. Нет. Потому что у меня все очень хорошо было до этого момента. Я за тобой. Хуйня сейчас побежит. Блять, гниль. Ебаная. Где он? Сука, меня убили. Ему там вообще крапаль добить. Ага, крапаль, четверть жизни. Считай. Работай, работай, работай. Блять, а почему ты не... Вот, легко мертвому пиздеть, конечно. Но можно ж отпрыгивать на пробел в сторону. Давай, друг. Если ты настоящий друг, а не фальшивка, блять, подними меня. Хорош. Иду к тебе. Да, у меня сердце от души. А ё-моё, глянь, он у тебя левитирует или нет? Нет. Ебать. У меня тут такое творится, ты бы знал, блядь. Все, у меня в сердце 4. Некуда класть.
Может, блядь, мы теперь... уже некуда класть, так скажи ты мне, чтобы я взял. Ёбаный куркуль. Бегает с молотом, блядь, постоянно подбирает патроны, нахуй. Кстати, когда один играешь в нее, атмосфернее все звуки. Не торопишься, все звуки слышны. И тут, ну, стремновато, прикольно. Понял намек, выхожу. Очень смешно, блядь. Босс. Охренеть. Видишь его, да? Да. Сейчас он нам навалит. Однозначно навалит. Костян, я просто бью его сзади. Я понял, но он стены сносит. Ты же слышишь, что я говорю? Я прячусь за столбом, а он бьет стены. Поджигателей вызвал. Бью его сзади. Давай, он теперь на меня отвлекся. Да-да-да, бью. Он типа... он не дает мне пройти к тебе, прикинь. Да. Кто сзади? Блять. Ух, твою мать. Твою-то мать. Гай, сзади, сзади, ток. Я думаю, нам к нему просто еще рано. Стой, пыль. Ну, здесь уже, давай. Я сделаю. Господи, блядь. А почему сразу он ударил? Потому что он охуевший. Приседай. Костян, блядь, только не говори, что ты лежишь, нахуй. Я лежу, потому что эти горящие меня завалили вдвоем, у меня патроны кончились. Я ебал, блядь. Слушай, у нас же есть ящики с патронами, да? Вот где нам, они пригодятся нам здесь. Но мы были молодцами. Ой, сука. Так, выносливость надо накопить перед тем, как заходить. Множество нюансов. Так. Стопе, стопе, стопе. Не торопимся. Ну что? Хладагент. 2, 3, 4 нажимаем. Ну все, блядь. Два ведьмака, блядь. Проходит очень маленький урон издалека. Давай, я подбегаю его трепать. Давай, я и отвлекаю на себя. Так, что кончилось? Адреналин кончился. Патроны сразу бери. На меня отвлечен. Бью. Сзади. Их прикрою. Просто дамаг влетает. Все, патроны почти все. Костян, он бежит, блядь, за мной. У меня нет жизни. Я прикрываю тебя. Все, я сожрал, сожрал. Спасибо. Патроны все. Сука, мразь. Ебаный черт, блядь. Неплохо. Она только одного достойного впускает в свой обитель. Я хуею просто. Чё, правда, тебя не? Не-не-не, всё.